Здравствуйте, с вами Людмила. Кто любит бисер, как я, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых работ. В этом ролике я не буду заниматься бисером, а покажу, как я делаю декоративные веточки. Мне понадобятся шпажки, можно взять бамбуковые палочки, проволочку, все. Что хотите, то можно взять. Можно даже просто на проволочке это делать. Флор-лента. У меня серебряная, белая. Если нету ни белой, ни серебряной, то можно сделать, закрыть полосками белыми от целлофанового пакета. Я сейчас вам все покажу. Вот просто вот такими полосочками. И для украшения на некоторые веточки я вот такую цепочку взяла. Можно, конечно, и стразики, и что угодно туда приклеить. Я сейчас вам все покажу. Я вам покажу два варианта. Вот я уже флор-лентой палочки закрутила. Можно использовать пакет «Пятерочку». Он белый. Одного пакета хватит вам украсить весь дом. Вот одного пакета нарезать полоски. И второй вариант, попроще, совсем простой. Вот у меня мусорные пакеты. Я люблю, когда все легко и просто. Я вот тут немножко отрезаю. И с другой стороны. И вытаскиваю беленькую тесемку. У меня остался пакет целый, только без тесемки. И тогда мне не надо ничего нарезать. Вот постелила пакет, лучше видно будет. Вот у меня получилось две вот таких полоски. Они двойные. Двойные. И я их просто разрежу. Я вот так вставляю ножницы. И по сгибу разрезаю. Вот так. До конца я не буду показывать. Потом, вот они, и получится 4 у вас полоски. Потом, когда я разрезали, складываете длину в несколько раз, чтобы быстрее это было бы. Вот так, в несколько раз я складываю длинную полоску и начинаю нарезать вот такие мелкие зубчики. Самое главное, оставьте вот здесь широкую дорожку. Если вы оставите узкую дорожку, она будет крутиться, эта ленточка, и вам будет очень сложно ее закрутить на палочку. Сейчас я покажу. Вот так нарезаем. Вот я оставила здесь, ну, примерно сантиметр, даже чуть меньше. Чуть меньше сантиметра надо вот эту полосочку, вот эту оставить. А иначе будет крутиться, и вам будет очень сложно приклеить. И вот я нарезаю вот такие полосочки. Белый цвет очень хорошо смотрится в доме. Я так декоративные такие веточки делаю очень много. Меня просят и родственники, и знакомые. Может быть, они сами бы сделали. Но у них нету материала. Пистолета, клея. Поэтому я для них все делаю. Ну вот, пример, ну, можете пол сантиметра даже оставить, чтобы длиннее ворсинки были бы, но не меньше пол сантиметра. И вот такие ворсинки получаются. Вот я уже нарезала много. Если нету флор-ленты, значит берем сюда немножко клея и просто вот именно вот это полоской просто заклеиваем палочку. Сначала надо заклеить палочку. Снова пришел помощник. Он вообще все это любит. Очень любит. Так, теперь я беру. Вот так прикладываю. И клей. Сначала немножечко. И закрываю аккуратно, чтобы руки не обжечь.
и горячий. Вот так я закрыла. И немножечко подожду, пока у меня застынет клей. А иначе можно сорвать. С самого начала немножечко. Подождите, он быстро сохнет. И теперь клеим только по одной стороне. Вот так. Это вот Фонти. У меня пистолет. Фонти, куда ты носик свой суешь. Фонти. И вот так по одной стороне. Все. Не надо вокруг. По одной стороне достаточно. И вот так подкручиваем. Чем лохматее, тем лучше. Я делала очень густые, но они не очень хорошо смотрятся именно с целлофанки. А вот такая тоненькая полосочка, и когда их много, ну, штук 5-7 вазочки. Но я ставлю вазочку сугроб, поэтому получается все белое. И в стеклянные. Я вам покажу, как в стеклянные вазы поставить можно тоже, чтобы они держались. И вот так по кругу. Вот загибается, сразу надо поправить, чтобы вниз не пошло. Вот если видите, вот тоненькая полосочка, если будет, то будет сразу крутиться в руках вот эта ленточка. И вот так подкручиваю. Можете ворсинки эти делать еще длиннее. Ну, вот с пакета, с пятерочки их можно вот и большие, конечно, сделать. И вот. Я делаю их разной высоты. Коротенькие, маленькие. Вот такие декоративные веточки, когда мои дети ходили в садик, в школу. На Новый год мы украшали зал, помещение, класс на дискотеку. Только мы делали большие, в 3-литровые банки. Такие метр-полтора садились с мамами и делали. Они приходили ко мне домой. И у нас такой был кружок умелой ручки. И мы с мамами делали вот такие большие-большие вот такие веточки. Смотрите, одна даже хорошо смотрится. Теперь, а на дискотеке, когда с дождика, с прошлогоднего мы делали такие дискотеки были, очень красиво смотрелось. Можно, я не на все ставлю вот стразик, вот эту цепочку, не на все, на некоторые. Поэтому я вам покажу, просто покажу. Просто вот тут капельку клея. Мне белый цвет тоже очень нравится. Вот так прижимаю наискосок. И прижимаю, чтобы приклеилось. А сейчас с карантинами... Вот надо украшать дом. Если, например, в школе, в садике нету праздников, то, конечно, если у нас будет такой нарядный дом, у всех будет хорошее настроение. Тем более это легко и просто. И вот смотрите, дальше я не клею, я просто вот так. Как идет, так и вот так закручиваю. Вот просто закручиваю. Дошла до низа. Обрезаю лишнее. И капельку клея. И все держится. Ну, если нету таких цепочек или что-то так, ну, похожее, можно стразики у кого есть, бусинки вот вставить. Кое-где. Вот такая веточка у меня получилась. Сейчас вам покажу. Вот такой букет у меня получился. Вот видите, у меня и белые. И вот кое-где, вот у меня получается, я еще больше, конечно, сделаю. О, Фунтик, ты мне помогаешь. Ты темный. Вот видите, я всего 3 сделала с бусинками. А остальные у меня будут белые. Вот такие декоративные, праздничные веточки у меня получились. Теперь я взяла свою вазу сугроб. Вот такую вазу. Вот мы 3-литровые банки обклеивали вот такими дисками. Вот такие
ну, вы понимаете, да, класс большой. Мы много делали, я даже не знаю, сколько мы этих банок наделали, высокие, вот в такие. И эти все баночки мы вот так обклеивали. Делали сугроб. Вот теперь, смотрите, у меня дождик. Можно посмотреть, как я баночку делала. Так, фунтик мне мешает, как бы мне показать. И вот, смотрите, дождик у меня внутри. Внизу у меня камушки. И вот просто я расставляю свои декоративные веточки. Очень легко и просто. Но смотрится... Ну, вообще белый цвет эффектно серебром смотрится. И вот так. Сколько веточек надо? Зависит от вазочки. Большая вазочка, маленькая вазочка. Вот я вставляю вот это во все стороны, чтобы смотрела. Вот так у меня получилось. Может, я потом сниму. Нет, не сниму, наверное, все спят у стенки. Ну, ладно, так хотя бы покажу. Вот так. Ваза сугроб и вот такие веточки. Ну, может, отдельным роликом сниму. Теперь покажу еще. Теперь я покажу, как я делаю вот такие серебряные декоративные веточки. Берем прошлогодний дождичек. Прошлогодний дождик, чтобы сделать нарядную квартиру, дом. Вот. Фунтик. Мне вот этот дождик понравился. Вот смотрите, какой, как он красиво смотрится. Это вот из такого дождика, который вот так прошит, как бы плоский. Это тоже с прошлого года у меня остался. Вот видите, он прошит, плоский такой. И тогда получается вот такой эффект. Так, подвинем немножечко фунтика. Ой, он обратно. Так, берем палочку также. Вот я вам покажу. Эти мы просто вот дождички, вот такие они и были. Цветные у меня, серебро с зеленым. Вот такие дождички. Также прикладываю немножечко наискосок клей. И закручиваю. Надо подождать, чтобы немножечко схватился клей. Ой, как это все смотрится. Так красиво смотрится. Любой свет падает на дождик. Не обязательно такие короткие делать. Можно и взять проволочку и сделать длинные. И вот так по одной стороне я иду клеем. И начинаю закручивать. Просто закручиваю. Вот видите, как он закручивается, этот дождик. Хотя любой красиво будет смотреться. Но вот этот вот, он плоский, прошитый в середине. И он вот так закручивается. У кого есть прошлогодний дождик? Так интересно звучит. Вот русский язык, красивый язык. Прошлогодний дождик. Делаем украшения на Новый год. Так. Легко, просто. Я уже чувствую, сколько я дизлайков получу. Но мне нравятся простые вещи. Хотя мне дизлайки не трогают, даже веселят, но... И вообще... оптимист. Ну вот, лишнее я обрезаю.
Такой дожичек получился. Ой, какая красота. Он у меня всеми цветами радуги. Просто из-за лампы это не видно. Но он все... Хотя любой пойдет. Пойдет любой. Теперь я расскажу, как быстро, легко оформить. Вот у меня обыкновенная ваза. Прозрачная. Я ее ничем не украшала. Беру дождик. Ой, как красиво уже блестит, все смотрится. Вот поставила туда дождик. Так что мне вазу украшать не надо. Или кусочки дождика. И составляем композицию. Дождик будет держать, чтобы они как бы кучно не собрались. Вот так. Прям в дождик я вставляю. И составляю. Вот такую вазочку мне уже хватит, наверное. Ну, еще одну добавлю. 5 веточек. Они на разной высоте можно поставить. Но это уже как... Видите, я их... Вот тут у меня вообще коротенькая. Разное я сделала. Вот. Как показать это? Сейчас попробуем. У меня тут фунтик. Вот. Видите? Все. Новогодний букет у меня готов. Легко, просто и красиво. Блестит так хорошо. А это пойдет. У меня еще, конечно, такие есть. У меня их много. Вот. Ну, если вам нравится, ставьте мне лайки. Или дизлайки, я их тоже люблю. Вот я постараюсь показать две свои композиции, но на белом почти не видно ничего. Но немножечко покажу. У меня все спят, я не могу идти в комнату. Вот такой букет блестит в стеклянной вазе у меня. Вот такой шикарный букет новогодний. И очень мне нравится сугроб с белым. Вот такие белые веточки декоративные. Прям как будто снежок лежит. Вот как бы показать. Вот беленькие. И ваза сугроб. И веточки из дождика. В простой стеклянной вазе. До свидания.